Отмечать День государственного флага Российской Федерации 22 августа в нашей стране начали 28 лет назад. Хотя сам триколор появился еще на рубеже 17-18 веков. Три цвета имеют официальное толкование. Красный означает державность, белый – свободу и независимость, а синий – цвет Богородицы, под покровом которой находится Россия. Там, где развивается российский триколор, там надежно и безопасно. Мы чтим прошлое, уважаем сегодняшний день и с большой надеждой и уверенностью смотрим в будущее под флагом великой страны, великой России. Большим праздничным концертом отметили День государственного флага Российской Федерации в Видном на любимой городской площадке у кинотеатра «Искра». Мы гордимся своим флагом и знаем, что этот флаг мира, дружбы и объединяет многие-многие национальности. Да здравствует флаг Российской Федерации! Символом России являются не только официальные признанные, но и то, что близко нам, каждому человеку. Это, естественно, наши березки, луга, поля, а главное – люди. Люди, которые всегда отличаются добротой, любовью. На концерт пришли, как говорится, и старый млад, многие целыми семьями. Вот это патриотично. Мы же так должно быть. Люди. Мы живем России, в этой стране. Мы в этой стране, и мы любим Россию. Прививаем. Все здорово. Праздники, чтобы знала. Ей нравится. Чтобы порадовать, получается, детей, ознакомить их немножечко с нашей культурой, чтобы они приобщались как к российскому нашему менталитету. Замечательное настроение, хорошая погода, хорошая обстановка. Дети, пожилые, молодые, все здесь. Как концерт? Отличный концерт. Очень нравится, хорошие песни, все замечательно. Танцевальные номера сменялись эффектными вокальными выступлениями. За туманами, в тишине лесов и полей, сокровенное, несказанное, бьется сердце земли моей. Ну а юные видновчане могли сделать аквагрим и поучаствовать в необычном мастер-классе от квилт-клуба МБУ «Энергия». Из таких полосочки, из полосочек разных, вот видите, они все заполняют. А когда мы это все перевернем и снимем нашу схемку, ну вот почистим потом немножко, у нас получится вот такая красивая картинка. Активисты Ленинского отделения партии «Единая Россия» раздавали видновчанам бело-сине-красные шары, ленточки «Триколор» и флажки. Ну а праздничный концерт завершился массовым красочным флешмобом. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Екатерина Довлятова, «Видное ТВ».